Путин подтвердил, что он лгал о своих планах. 5 лет назад он обещал не менять Конституцию под себя. В 2018 году он об этом заявил, но через 2 года Терешкова предложила обнулить сроки для Путина при принятии изменений в Конституцию. Ну и таким образом он получил возможность баллотироваться еще 2 раза и оставаться у власти до 2036 года, опередив по продолжительности правления Сталина и многих других русских царей. А как вы считаете, признают ли эти так называемые выборы европейские страны? Просто я вот думаю о 2036 году, ему будет 84. Ему будет 84 Путину. И он напомнит нам всем и Байдена, и Трампа, будет баллотироваться, конечно, еще раз. Но пока риторика... Пока риторика все-таки Запада по отношению к Путину гораздо более деликатная, чем она могла бы быть. Они не признают Лукашенко. Но слушайте, Путин же по сравнению с Лукашенко гораздо больший зверь, варвар. И, конечно, пора уже не признавать выборы. Совершенно понятно, что это будут нелегитимные выборы, но в чем главное отличие Путина от Лукашенко в электоральном смысле? И в чем, собственно, главная боль? Белорусы не выбрали Лукашенко. Белорусы выбрали другого человека. И в этом смысле Лукашенко нелегитимный президент. А если убрать все подтасовки и все фальсификации на выборах российских, Путин единственный кандидат, и он все равно побеждает. По крайней мере, да, не 80%, но 65-70% у него, к сожалению, есть. Если провести сегодня в России честные выборы, на них победит Путин. Это вот беда, горе и трагедия России, что у нас все-таки стоит вопрос про курицу или яйцо. Это Россия родила Путина? Или это Путин сделал Россию такой? И я думаю, что это Россия родила Путина, которая всячески его поддерживает. Вот этот исторический, трагический виток, я думаю, к сожалению, был неизбежен. И когда мы говорим о том, что давным-давно украинцы и русские — разные народы, не знаю, я все время вспоминаю именно вот это. Именно вот это. Что украинцы никогда не были бы способны родить Путина, да, и вывести его в президенты. Россия его хочет. А как же другие, там, Навальный тот же самый, или, не знаю, сейчас Гиркин набирает популярности? Тем не менее, это меньшинство. И если в России случится, а Россия, конечно, беременна революцией, но если она случится, она будет красно-коричневой. Вот она на сегодняшний день будет гиркинской. Она будет гиркинской, пригожинской, она будет дугинской, она будет ультраправой. И это будет поколение еще больших ястребов и крокодилов, чем Путин. Недаром такие, я бы сказала, центристы из администрации все время внушают, что без Путина вы еще поплачете. И в этом смысле они правы. Потому что если на место Путина придет Патрушев или Гиркин, мы же с вами понимаем, что война не закончится, а вполне возможно, что будет еще хуже. Популярность и вообще известность Навального в России стремительно падает. Он, конечно, поддерживается оппозицией за рубежом, но зарубеж есть зарубеж. Никогда еще политика не делалась из-за рубежа. Да, возможно, что-то изменится, но пока не видно. То есть пока... Все-таки, если мы говорим о зависимости судьбы России от судьбы Украины, а такая зависимость, конечно, есть, тем не менее, самая, наверное, простая история и самая вероятная — это пресловутый ров с крокодилами. Ничего не изменить изнутри. И я здесь не пессимист, я скорее реалист. Изнутри ничего не изменить. Люди хотят именно Путина.
Начали в некоторых каналах разгонять такую аналитику, что якобы Шойгу хотел бы оказаться в кресле Путина и что он для него даже намного опаснее, чем Пригожин, потому что может довести дело Пригожина до конца. Вот как вы думаете, такая информация имеет место быть? Безусловно. Дело в том, что министр обороны, он всегда потенциально человек, который свергает действующего президента. Самое близкое и самое, наверное, ощущающее себя самым сильным ведомство, разумеется, особенно во время войны. Так было всегда. И я уверена, что у Шойгу есть, конечно, императорские планы. Он для этого человек достаточно глупый, вполне, при этом достаточно сильный и популярный, чтобы такие планы вынашивать. Поэтому мятеж с участием Шойгу, да, вполне вероятное развитие событий. Или Шойгу в качестве преемника, в качестве сменщика. На сегодняшний день больше всех говорят о преемнике, о сменщике сына Патрушева, Дмитрия Патрушева. Но нам пару раз его показали. Мы видели абсолютно бессмысленного и плохо связывающего слова балбеса, который много лет уже во власти, сейчас министр сельского хозяйства, и это очень смешно. И если учесть особенно такие множащиеся слухи, что он потребляет кокаин, и это очень похоже на то, просто человек совершенно неадекватен. Мне кажется, вот такой преемник устроил бы нас всех, он очень быстро сошел бы с арены, и власть бы кому-то еще упала к ногам. Вопрос, к чьим ногам она бы упала. Но вероятность того, что это будет преемник, например, Кадыров, она тоже довольно велика. Она тоже довольно велика. Из всех преемников, даже если это будет безумный Медведев, то есть они сейчас каждый хуже любого другого, да, вот каждый из них. Ты думаешь, так, Патрушев или любой из Патрушевых, или Медведев, или Кадыров, или Шойгу, кто же? Слушайте, может, лучше Путин. Это такая логика, я думаю, что эта логика запускается в том числе от умных политтехнологов в Кремле. Угу. Что давайте выбирать между Кадыровым и Патрушевым. Правда, Путин хороший, правда? Замечательно.